Здравствуйте, Александр. Решила снять вам видео, чтобы показать сразу все нюансы. Ну, куколка БУ, но в целом она в отличном состоянии. Единственное, ну, ручки пластик, поэтому тут могут быть какие-то мелкие царапки. Но здесь соединенные пальчики, это уже заводское. В остальном по телу все хорошо. Мейк у нее очень ровный, красивый. Волосы гладкие, прошивка вообще замечательная. А по поводу нюанса, вот отсутствует мысок, большой пальчик. Я говорю, я даже изначально этого не заметила. По поводу ножек, резиновые на два щелчка, хорошо держат, гнутся. Ну, вот такая Ашечка у нас. Красотка. Очень ее люблю.